Всем привет! Вы на канале Zeus News. Песня «Розовый фламинго» в 90-х годах была знакома каждому. Алена Свиридова, исполнительница этого шедевра, быстро набрала популярность, и теперь ее поклонники тщательно следят за ее активностью в социальных сетях. Особенно фанатов интересует ее личная жизнь. Алене Свиридовой недавно исполнилось 58 лет. Для своих лет она выглядит превосходно. К примеру, ее вес до сих пор составляет лишь 58 килограммов. Отдельно стоит отметить чувство стиля актрисы. Многие называют ее своеобразной иконой в этой среде. Женщина старается хорошо выглядеть, ведь она находится в отношениях с мужчиной, который гораздо моложе ее. Давид Варданян – бизнесмен и суженый Алены, младше ее на 15 лет. Это накладывает определенные обязательства. Алена старалась сделать все возможное, чтобы фотографии ее детей никак не попали в СМИ. Но сейчас она не стесняется публиковать фото взрослых юношей. Старший Василий был рожден от Сергея Свиридова, ее первого мужа. Когда он был маленьким, у Алены был всплеск популярности, поэтому ей не удавалось сложным образом заниматься воспитанием сына. По итогу они разошлись с Сергеем, и мальчик отправился вместе с отцом в Канаду. Однако расстояние не помешало ему сохранить хорошие отношения с матерью. Теперь у них появилась возможность гораздо чаще выходить на связь и встречаться в любой момент. Василию исполнилось 37 лет. Он в отношениях, но пока не связал себя узами брака. Алена, в свою очередь, сказала, что рассматривает избранницу сына как будущую невестку. Младшего сына Григория Алена родила спустя 21 год. Отцом парня стал Дмитрий Мирошниченко, который в то время работал манекенщиком. За сыном закрепилась фамилия отца. Многие отмечают внешнее сходство парня со своей известной мамой. После окончания школы юноша отправился в кадетское училище, которое также закончил с отличием. Возможно, свою будущую карьеру он свяжет с воинской службой. Алену Свиридову переполняет гордость за своих сыновей, и она всячески старается уделять им внимание, которого им порой так не хватало раньше. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!